видишь, моя новая коллекция изумительна. Посмотри, я сшила еще одну шляпку для нее. Вот, она прекрасна, да, Опа? Мяу! Прекрасна, правда? Мяу! Вот, ты отвалила. Да, как-то некрасиво получилось. Что мы ее все бросили. Помнишь тот момент? Да, Опал? Мяу! Ах, да, тебя точно там не было. Но зато я помню. Девочки, слушайте, мне некогда. Мне нужно собирать яблоки. У меня была вечеринка. Вы мне ее испортите. Уже испортили. А мне нужно шить новую модную коллекцию. Ха! Ну все, я пошла собирать яблоки. А мы удаляемся. А что, Спайк, почему они меня бросили? Они ведь мои друзья. Опа, Лэнсис. Помнишь, что говорила Твайлайт? Ах, ты ничего не помнишь. Рэрити, Флаттершай и Рэмбл Дэш в беде, они в плену у Кризалис. Точно, они в плену у Кризалис? Ух, только бы не это. Вечный зеленый лес. Терпеть не могу эту Кризалис. Помню ее нашествие. Какой это ужас. Я боюсь за наших друзей. У-ху, Гамми, какая хорошая вечеринка, не находишь? У-ху. Но у меня такое предчувствие, что что-то не так. А, и у тебя тоже. Постойте-ка, помню этот момент. Зачем же я бросила Твайлайт? Какой ужас. А у меня была такая веселая вечеринка. Вы мне ее испортите. Уже испортили. Ох, бедная Твайлайт. Я помню ее слова. Флаттершай и Рэмбл Дэш, они в плену у Кризалис. Кризалис. Нет, только не Флаттершай и Рэмбл Дэш. Зачем же ей были нужны пегаски? Какая загадка. Эй, Вальнона, шевельни копытом. Ху, давай сбивать яблоки. Уи-ху. Эй, Вайнона, у нас такой урожай, с чего ж ты лаешь? Ах, да, точно. Я бросила Твайлайт. Я помню этот момент. Мне нужно собирать яблоки. Но... Извини, Твайлайт, нам пора. Вайнона, помнишь ее слова? Ах да, ты ничего не помнишь. Послушайте, все это классно, но мне некогда. Мне нужно собирать яблоки. Но Флаттершай и Рэмбл Дэш в плену у Кризалис. Алис. Да уж, Вайнона. Слушай, ах давай пойдем в вечно-зеленый лес и сразимся с этой Кризалис. Эй, кем она себя возомнила? Поспорим, что я ее буду сильнее. Давай, Нона. Но ты останешься здесь. Нет, она лаешь на Кризалис. Ух, эй, бегом в вечно-зеленый лес. Гамми, нам нужно отправляться в вечно-зеленый лес. Спасай Флаттершай и Рэмбл Дэш. Немедленно! Я отправлюсь одна. Ну-ка, кыш, колпачки в шарики. Эй, кыш! Я отправляюсь в вечно-зеленый лес. Немедленно! Опал, еще не все потеряно. Я должна отправиться в вечно-зеленый лес. И спасать Флаттершай и Рэмбл Дэш. Вместе мы сила! Тем временем в вечно зеленом лесу.
Флаттершай, так дальше продолжаться не может. Мы должны отсюда выбраться. Где мои зверушки? Пойдем к твоим зверушкам. И вообще, мне что-то не нравится. У меня плохое предчувствие, Флаттершай. Плохое предчувствие? Это ужасно. Все равно мы должны убираться. Мы ничего не боимся. Вместе мы сила. Флаттершай, полетели. Можно я пойду? Ах, можно. Пойдем тогда. Фу, ну здесь и дебри. По-моему, я пришла. Кстати, смотрю, здесь плодородная почва. О, какие яблочные деревья. Мне стоит взять это за ум, что здесь можно, по крайней мере, собирать яблоки. Ура! Мы идем в вечно зеленый лес! Я иду в вечно зеленый лес! Эпплджек, привет! А, Пинки Пай, как ты здесь оказалась? Ну, я вообще-то пришла спасать Флаттершай и Рейнблдэш. Эй, я тоже. Ну, просто я подумала, что я неправильно поступила с ней. Твайлайт Спаркл? Ну да, она ведь говорила правду, а я сказала, что это чушь. Эй, ну ты ведь всегда честно говоришь. Нельзя терять ни минуты. Пинки Пай, пойдем. Конечно же. Уи-ху. Постой. О, что еще? Слышишь, кто-то идет. Девочки, я здесь. О, привет, Рерити. Я так и знала, что это ты придешь. А зачем вы, собственно говоря, здесь оказались? Я пришла спасать Флаттершай и Рейнблдэш. Мы тоже. Но еще такое чувство, что еще не все потеряно. Девочки, пойдемте. Ой, слышите? Кажется, кто-то еще идет. Причем кто-то двое. Ой, Рейнблдэш, скоро мы придем. Ой, какая жаба. Моя хорошая, опять ты лезешь к жабам. Девочки, вам не кажется, что это знакомые нам голоса? Ой, так кажется. Слышится прямо из-за того дерева, за которым мы стоим. А? Эй, кто там? Кто там? Ой, давайте я тоже посмотрю. Ой-ой-ой. Ой, посмотрите, да это же Флаттершай и Рейнблдэш. А? Флаттершай, гляди, это наши друзья. Ой-ой-ой-ой-ой. А? Ой, девочки, здравствуйте. Ой, мы так рады, что вас увидели. Эй, что это за обнимашки и целовашки? Я тут не участвую. Рейнбу, ну разве так можно? Да, где мои зверушки? Так, ну-ка давайте разъясним, что здесь произошло. И какого черта вы здесь оказались? Ну, в общем, дело было так. Вот, такая вот и история. А? Неужели все было так воистину? Зачем же вы обидели нашу Твайлайт? Да, она так расстроена. Она ведь не знает, что мы все снова вместе. И Кризалис побеждена. Кризалис побеждена. О, да. Моя заслуга. Конечно же, и Флаттершай нашей дорогой. Да, Флаттершай здесь тоже. Причастна. Ой, да нет же. Рейнблдэш нас всех спасла. Она смелее меня. Я ведь лишь робкая маленькая пони. Все равно ты была там, Флаттершай. Да, эй. Пони. Ах, хватит здесь сентиментальности. Подумайте о Твайлайт. Да, что-то я не представляю. Как же она там у нас одна? Не надо было ее обижать. Вообще, зачем же вы с пони провернули такую историю, если вообще-то можно было без всяких глупостей. И Твайлайт бы смогла легче победить Кризалис, чем я. Ой. Да легче тебя никто не победил бы, Рейнблдэш.
Ох, да ну, магия единорогов сильна. Да уж, а давайте обсудим магию Twilight Spark. Конечно, давайте, раз уж мы здесь встретились. Спайк, ладно, отбросим все сентиментальности в сторону. Итак, бросим мои крылья, корону и так далее и тому подобное. Нужно вернуть друзей, чтобы с ними не было. Сперва в вечно зеленый лес за Старшай Рэмбл Дэш. О, да, конечно, Искорка. Нам не до твоих королевских дел. Это будет мое первое королевское дело. Пойдем. Как же весело! Смешной анекдот, Рейнбоу. Поистине смешной анекдот об единорогах. Конечно. Кто знает лучше анекдотов? Ой, я знаю еще анекдот. Девочки, не до анекдотов. Послушайте. Кто-то там вдалеке идет. А? Кто там вдалеке? Где? Девочки, может быть, вам все это кажется? Ой, не знаю даже. Посмотрим-ка! Ой, посмотрите! Да это же Спайк бежит! Ой, девочки! Как? Какого черта вы все здесь? Ой, девочки, привет! Я так вас рада видеть! Почему вы не хотите обнимать Twilight Спаркл? Май... Чёрт! Ой, Твайлайт! Я лучше улечу. Ой, 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 как это страшно! Как это бешено! Подожди, что с ними? Понимаю. Помнишь, что было с тобой? Спайк, ну что же со мной случилось? Посмотри в зеркало. А, да, я вспомнил. Ну вот, то же самое с ними. Ой, как весело, Твайлайт! Какой у тебя клевый маскарадный костюм! Пинки, это не маскарадный костюм. Что? Но ведь Твайлайт, она так весело играет в короне! Она ведь не принцесса, а просто пони. Но для меня она как принцесса. Считай, что она уже принцесса. Что? Как это может быть? Да, это так, я теперь принцесса. Я слышала голос принцессы Селестии. Девочки, идите сюда. Ой-ой-ой. Эпплджек, очнись, очнись. Ой. Ох. Солом, побери, что это было? Не бойтесь меня, девочки, я ваша Твайлайт. Старша, идем, не бойся меня. Ой-ой-ой-ой, как я боюсь. Эпплджек, я встану за тобой, ладно? Ах, вставай, дуреха. Я даже сама не боюсь. Рерити, Рерити, Рейнбоу, ну, ну же, пойдемте сюда. Лучше я посмотрю с воздуха. Эх ты, трусиха. Сама ведь спасала. Еще Кризалис побеждала. Стоп. Какая победа над Кризалис? Рерити! Ой. Похоже, она уже умчалась в бутик. Нет, дорогая, я еще не умчалась в бутик. И не умчалась, а кокетливо ушла. Ага, с такими криками. А ты вообще в обморок упала. Итак, давайте разъясним, в чем тут дело? Что за чертов маскарадный костюм Twilight Sparkle с крыльями и принцесса? Это не маскарадный костюм. Ах, ну-ка подожди, давай-ка посмотрим. Ай, осторожно, не тяни меня за кожу. Это не маскарадный костюм. Это не чепуха, Рейнбоу. Это вообще-то новый мой вид. Что? Ну-ка расскажи мне, что там было. А вы мне расскажите, что у вас было. Дело было так. И зачем мы это все устроили, девочки? Эй, чертова голова, я не знаю зачем. Ой, как оказывается, это все весело.
Будь осторожным. Эй, поосторожней со мной тут. Ой, можно я пойду к своим звёздкам? Девочки, расходитесь по домам. Давайте повеселимся у Пинки на вечеринке. И, конечно, я рада всех принять, а то нам с Гами одним скучно. Ну, пойдемте. Уи!